В случае атаки россиян с моря, вот эти окопы превратятся в линию фронта за несколько минут. Буквально 8, 10, 15 минут, и здесь может начаться бой. Ну, надеемся, что до этого не дойдет. Но, тем не менее, мы хотим, чтобы все окопы, все укрепрайоны были готовы. Пару впечатлений, чтобы... Ну, сегодня мы приехали сюда с целью укреплять окопы, потому что вчера... Произошел таран наших кораблей, были 6 солдат раненых тяжело и взяты в плен российскими войсками.